Наши книги нашим детям. С 15 по 18 сентября в Ненецком округе пройдет окружной фестиваль, приуроченный к проведению Года литературы в России и Года ребенка в НАО. В программе фестиваля встречи с детскими писателями, презентация сборника «Друзья Заполярья», круглый стол по актуальным вопросам, а также детский праздник, книги и концерт. У нас в программе выставки рукописных книг и иллюстраций, фестивали сказок, кукольный театр, мастер-классы арт-студии, творческие уголки, песочное шоу, фотосалон со сказочными героями, конкурсы, викторины, продажи книг для детей и многое другое. Мы приглашаем на это, еще раз повторюсь, первое в округе так подобное мероприятие всех детей. Почетными гостями фестиваля станут известные российские детские писатели, чьи произведения вошли в книгу для детей «Друзья Заполярья». Среди них Анастасия Орлова, Александр Дорофеев, Анастасия Строкина, а также Юрий Нечипаренко, автор сборника. Ключевые мероприятия фестиваля запланированы в Нарьян-Маре на 17 сентября. В КДЦ «Арктика» в зале официальных мероприятий состоится круглый стол «Чтение в системе ценностей современного общества». На нем педагоги округа, литературное сообщество региона, работники библиотек и журналисты обсудят актуальные вопросы развития культуры чтения. В тот же день в Ненецкой центральной библиотеке имени Пичкова пройдет презентация сборника произведений для детей «Друзья Заполярья». Закроет фестиваль праздничный концерт в КДЦ «Арктика» вечером 17 сентября.